Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ выпуск вечерних новостей. В студии Гульмира Тимиргалиева. Судоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. И в начале выпуска коротко о главном. Беспощадная стихия. 4 человека пострадали в результате пожара в Талдыкургане. Предупрежден, значит вооружен. Специальная мониторинговая группа оповестила бизнесменов о предстоящем локдауне. Золотые яйца. На востребованный продукт резко возросла цена. Глава государства подписал указ о созыве первой сессии парламента Республики Казахстан 7-го созыва. Она состоится уже завтра в 10 часов утра в Нур-Султане. Касым Жомарт Токаев выступит в парламенте с обращением к новому составу мажилиса. Далее состоится заседание Национального совета общественного доверия, где по вопросам реформ будет очень серьезный разговор, уведомил президент. Стоит отметить, сегодня Центр избирком зарегистрировал избранных депутатов мажилиса парламента 7-го созыва. Берег Имашев вручил удостоверение и нагрудные знаки зарегистрированы депутатам. Всего их 107. По партийному списку партии Нур-Отан 76 депутатов, Демократической партии Казахстана Ак-Жол 12, Народной партии Казахстана 10, избранных Ассамблеей народа Казахстана 9 депутатов. В Казахстане зарегистрированы 834 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 272 человека находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 51 пациент. Большинство заболевших приходится на столицу и город Алматы. Всего в стране от опасного недуга излечились 151 172 человека. Ранее вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Ирлан Киясов заявил о второй волне коронавируса в Казахстане. По его словам, в последний месяц в стране наблюдается ухудшение ситуации с коронавирусом. Город в красной зоне. Уже в эти выходные приостанавливается работа всех торговых домов и центров, ресторанов, баров, кафе и других объектов. С 15 января вступает в силу постановление главного санитарного врача города Талдыкурган. Для ознакомления предпринимателей с прописанными в документе ограничениями специально созданная мониторинговая группа отправилась в рейд по городу. Ухудшение эпидситуации областного центра повлекло за собой ряд ограничений. Так, например, работать бесперебойно разрешается только продуктовым магазинам, аптекам и салонам красоты по предварительной записи. Всем остальным на выходные дни жесткое стоп. Об этом представители мониторинговой группы уведомили владельцев торговых точек и объектов питания. В субботу, воскресенье работаете? Хорошо. С 15 января действует постановление. Номер 8 от 12 января. Хорошо. На 2 недели. Принято. В воскресенье работаете. Будем соблюдать меры. Разъяснительная работа проведена. Теперь в случае выявления нарушений карантинного режима ответственность несет предприниматель. В случае выявления нарушений будут привлечены к административной ответственности по статье 425. Все материалы будут переданы в СЭС. Там же рассмотрят. Грозит штраф в размере 600 тысяч тенге. Локдаун в областном центре продлится 2 недели. Дальнейшие сроки и изменения будут зависеть от эпидситуации в городе. Пана Усибекова, Асет Тюсембек, телеканал ШТСУ. Не прошло и недели, как в областном центре вновь произошел пожар в многоквартирном доме. Инцидент имел место сегодня в 11 часов дня в микрорайоне Мучельтой. Как сообщают спасатели, пострадали 4 человека, в том числе 2 ребенка. Что же послужило причиной возгорания, попытался выяснить мой коллега Дамир Анитов, побывавший на месте ликвидации пожара. Сообщение на пульт диспетчера поступило примерно к 11 часам дня. Первыми прибыли спасатели. Они эвакуировали жителей. И затем приступили к ликвидации огня. Затем и мы, представители СМИ, прибыли в дом 28 третьего микрорайона. Вот это 8-я квартира. И как мы видим, состояние дома оставляет желать лучшего. Пожар практически полностью уничтожил квартиру. Стены почернели от дыма. Посуда и мебель полностью сгорели. По словам очевидцев, в квартире проживают 4 человека. Родители и 2 несовершеннолетние девочки. В этом доме у меня живет одноклассник. Он отправил в группу видео горящей квартиры. Мы живем неподалеку и с другом пришли посмотреть. Сняли на телефон. Стояли мы на безопасном расстоянии, так как сотрудники полиции оцепили территорию. Когда мы прибыли на место, мы видели, как карета скорой помощи забирает пострадавших, а спасатели тушили огонь.
В момент ЧП на месте работала целая бригада спасательных служб. Для ликвидации пожара было задействовано 7 единиц техники с автолестницы и 27 человек личного состава. Благодаря грамотной работе брандмейстеров пожар удалось потушить за считанные минуты. Силами ДЧС и из подъезда жилого дома было эвакуировано 15 человек, из них трое детей. Также самостоятельно эвакуировались 35 человек. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Произошло загорание обоев и мебели, расположенной в квартире. Предварительной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем во время курения. Пострадавшие были госпитализированы в областную и детскую многопрофильные больницы города Талдыкурган. Диагноз – отравление продуктами горения средней степени тяжести. Состояние семьи оценивается как стабильное. Дамир Анитов, Асет Дюйсенбек, телеканал ЖТСУ. Свыше 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими зарегистрировано в Алматинской области с начала текущего года. Это на 20% больше аналогичного периода 2020 года. Материальный ущерб исчисляется миллионами. Для недопущения дальнейшего роста несчастных случаев на дороге сотрудники полиции региона ежедневно патрулируют улицы Талдыкургана. В этот раз к рейду блюстителей закона присоединилась и наша съемочная группа. Талдыкурган. Центр основных автомобильных артерий Алматинской области. Ежедневно по главному городу региона курсирует тысячи автотранспортных средств. Чрезмерное количество машин зачастую приводит к неизбежным авариям. Дело ухудшается к зиме. Уважаемые жители Алматинской области, с начала 2021 года на территории области произошло свыше 20 дорожно-транспортных происшествий, при которых люди получили различные увечья. В связи с имеющимися гололедными явлениями на отдельных участках автодорог Алматинской области, резким изменением температурных значений, просим всех участников дорожного движения соблюдать скоростной режим, а также приоритет движения, предписанных дорожными знаками. По словам полицейских, основные причины ДТП – это низкая ответственность водителей на дорогах, превышение скорости, опасные маневры. Пешеходы, в свою очередь, перебегают дорогу в неположенном месте, что также создает аварийную ситуацию, добавили правоохранители. Если у вас соблюдать правила дорожного движения в связи с гололедными явлениями, не превышать скоростной режим, не нарушать правила дорожного движения. Вы на зимнюю резину перешли, да? Да, конечно. Да. Стражи порядка призывают всех автолюбителей области быть осторожными. Излишняя самоуверенность может привести к летальному исходу. Не нарушайте правила дорожного движения, ведь трасса ошибок не прощает. Дамир Анитов, Асет Дюйсенбек, телеканал ЖТСУ. Социальный продукт. Наличие в магазинах города необходимых продуктов питания и цен на них контролируют специальные мониторинговые группы. Они прошли по ряду объектов торговли Талдыкургана, которые взяли на себя обязательство реализации социально значимых продуктов по цене ниже рыночной на основе договоренности между предпринимателями и городским акиматом. Проверить наличие цены на социальные товары отправилась и наша съемочная группа. Утвержденный правительством список социально значимых продуктов состоит из 19 наименований. Более половины из них имеются в магазине «Санжар», расположенном в районе областной больницы. Проверить наличие социальных товаров и цены сюда прибыли сотрудники проектного офиса ЖЦУ Адаудагавана, палаты предпринимателя Атамикен и антикоррупционной службы города. Цена на буханку хлеба составляет 90 тенге, стоимость килограмма риса – 289 тенге. Макароны начинаются от 208, а мука – от 150 тенге. В среднем социальные продукты реализуются по цене на 10-15% ниже рыночной. Стоимость молока 185, килограмма соли 54, а литра подсолнечного масла 431 тенге. Еще одним торговым объектом с широким спектром социально значимых продуктов является супермаркет «Тоймарт». Проверить наличие и цены группа зашла и сюда. В целом, совместная мониторинговая деятельность по наличию и уровню цен на социальные продукты начата с начала года при поддержке акимата города Талдыкурган. Провели социальный опрос среди жителей. Она очень поддерживается нашими жителями. И в дальнейшем мы не только будем мониторить цены на прилавках, мы будем мониторить, как осваиваются эти деньги, как с кем договоры заключаются, откуда товары поставляются, качество товара. На все эти моменты будем уделять особое внимание от имени проектного офиса с общественниками вместе.
Цена на большую часть социального товара в разных магазинах совпадает. Как и на предыдущем объекте, макаронные изделия 208, рис 289, мясо курицы 867 тенге за килограмм. Примечательным социальным продуктом супермаркета является подсолнечное масло. Цена на него составляет 387 тенге. В целях недопущения оптовых закупок с целью перепродажи в одни руки отпускается не более 5 литров. По сегодняшний день у нас в магазине есть социально значимый товар. Социально значимый продукт, который предназначен для народа, да? То есть на эти продукты у нас заниженная цена, потому что мы, как бы, у нас есть договоренность с акиматом. Также у нас есть хлеб по 72 тенге, тоже, как сказать, по сравнению с другими магазинами, да, очень даже доступная цена. У нас есть клиенты, которые приходят только за нашим хлебом, да. Всего по городу имеется 7 продовольственных торговых объектов, реализующих социально значимые продукты по заниженной цене. Проверка наличия товара, цены доступности покупателям продолжается. Рустам Аралбаев, Мади Байбусынов, телеканал ЖИЦУ. Еще один социально значимый продукт – куриное яйцо – резко подскочил в цене. Завышенная стоимость на этот крайне востребованный товар может привести к его дефициту. Производители убеждают, что не смогут удержать цены на яйцо, поэтому они неминуемо вырастут. В чем причина ажиотажа, разбиралась Пана Усимбекова. В магазинах города цена за десяток яиц сегодня 450-500 тенге. Яйцо куриное входит в перечень социально значимых продуктов. Потому, по мнению жителей областного центра, цена на него должна регулироваться. Как вы считаете, 500 тенге за десяток яиц – это дорого? Конечно, дорого. В идеале сколько дорого? Ну, в пределах 350 хотя бы, но не 500 же, правильно? Ощутимо. Ну, по сколько вы покупаете сейчас в магазинах? 470. Я стекелей. Дорого, конечно, дорого. По 65 беру. Раньше была по 30-35. Конечно, это очень дорого. 100 тенге за десяток яиц – это дорого? Да, и что, считаете, много, да? Сколько в идеале? 350-300. Да, 500 стоит. Конечно, дорого, бьет по карману. Впрочем, цена не устраивает не только простых граждан, но и частных предпринимателей. У Елены Сорокиной своя кондитерская. Она обеспечивает работой 7 человек. В день здесь готовится в среднем по 30 тортов 10 видов. Яйцо – практически основной ингредиент каждого продукта. По словам предпринимательницы, 20 лет у них не было проблем с поставкой яиц. Между ИП и Талдкурганской птицефабрикой был договор. Но начиная со второй половины декабря начались проблемы. Яиц нет. Звонили в акимат. Акимат нас отправил в сельхоз хозяйственное. Там писали письмо, чтобы разобрались, почему в Талдыкургане есть проблемы с яйцом. На Новый год даже приходилось закрывать производство, так как не было яйца. У нас на яйце все идет. С Алматы заказывали, чтобы хоть как-то что-то заработать. Коронавирусом и так получается, то работаем, то не работаем, торговые дома то закрывают, то открывают. 3 коробки в день у нас уходит яйца, это 1000 штук яиц. Покупаем на базаре, вот в специализированном магазине по Шевченко. Там ждем, когда откроется, к открытию ждем, пока завезут. Завезли, значит, купили, привезли, работаем. Узнать причину отсутствия яиц наша съемочная группа отправилась на местную птицефабрику. По словам директора ТО «Кугер ЛТД», проблема началась еще в 2018 году. Мы предупреждали, говорили о том, что в связи со снижением государственной поддержки, которая была у нас в виде субсидирования, мы получали 3 тенге на яйцо. Но Министерство сельского хозяйства срезали в половину, 1,5 тенге у нас осталось на субсидирование. Это привело к снижению поголовья птицы и, как следствие, яиц. Повлияло на уменьшение объемов и удорожание кормов. К примеру, только 27 декабря ячмень закупали по 79 тенге, а 4 января уже по 87, негодует директор. Это при том, что ежедневно птицефабрике необходимо 280 тонн комбинированного корма. Прекрасно видим, что цена на корма поднимается. Цена на электроэнергию поднимается, на горючие смазочные материалы поднимается. Многое мы закупаем за валюту, то есть это оборудование, какие-то ремонтные, для ремонта запчасти. Это все валютные, витамины, минеральные комплексы, опять-таки это
расчет не в национальной валюте, а в долларах идет, в рублях. Курс валюты поднимается, соответственно, мы не в состоянии держать на том уровне цены, как было в прошлом году или в начале этого года. Вот те 1,5 тенге, которые вот мы получаем сейчас, они не покрывают там никакие расходы. Из 1,5 миллиона поголовья кур сейчас остались всего 1 100 000. Забои периодически все еще продолжаются. Это единственный выход экономии корма и хоть какого-то производства яиц. Соответственно, с этим прекратились и поставки в крупные города Казахстана. Приостановился и экспорт. Это сердце птицефабрики. Как видите, здесь работа кипит. В 2018 году здесь было произведено 380 миллионов яиц. Но, к сожалению, к 2020 году производство упало на 40 миллионов, а это 130 фур. В каждой фуре загружается по 840 таких коробок, в каждой коробке по 360 яиц. Яйцо – продукт повседневного спроса. Оно содержит необходимые организму человека микро- и макроэлементы. Но производство это на сегодня нерентабельно, говорит директор птицефабрики. Поэтому без поддержки государства просто не обойтись. Мы проводили на площадке Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции. Мы проводили специальное заседание с участием руководства акимата области, прокуратуры и других госорганов, чтобы вот именно найти на этой площадке найти решение. Поэтому мы сейчас проговариваем, чтобы еще все-таки с местным руководством МИО, города и области, чтобы приложить все усилия для того, чтобы где что, что помочь. Может быть, где-то это связано будет с электричеством, там еще с какими-то коммунальными вещами. Я не знаю, пока есть это предложение, но нам нужно найти меры поддержки вот в этот тяжелый период, чтобы из-за вот, этих проблем мы не потеряли не просто, я еще раз говорю, количество яиц и куриц, а именно, чтобы не потеряли как рабочие места. Оказалось, это не только проблема Алматинской области. Снижение объемов куриного яйца имеет место по всей стране. За прошлый год на 7,5% сообщают представители Союза птицеводов Казахстана. Панау Исимбекова, Надир Хамзин, телеканал ШТСУ. На 537 миллионов тенге нанесла ущерб государству ОПГ в Караганде, сообщает Закон КИЗ. Отмечается, что в ходе проведенных следственных действий преступная группа из 7 человек осуществлялся поиск и аренда помещений для мест регистрации, поиск контрагентов-покупателей, обналичивание денежных средств в банках второго уровня и другие. В целях обеспечения конфискации в ходе следствия наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму свыше 121 миллиона тенге, уточнили в ведомстве. В комитете добавили, что уголовное дело окончено производством, после чего направлено в суд с утвержденным обвинительным актом. Павлодарский школьник разработал уникальное мобильное приложение по распознаванию рукописного текста, сообщает Хабар-24. Автор уверяет, в эпоху цифровизации, когда необходимо все документы переводить в электронный формат, такой помощник облегчит работу. По его словам, теперь нет необходимости перепечатывать текст. Его можно просто отсканировать. Уникальное приложение сканирует рукописный казахский текст и переводит его в электронный формат. Делается это с помощью нейронных сетей. Удивительно, но разработка распознает даже самый непонятный почерк. Автор изобретения – 11-классник Алар Берикулы. Школьник всегда интересовался IT-технологиями, а карантин и дистанционное обучение помогли углубиться в тему. В ходе работы возникали и трудности, поэтому Алар обратился за профессиональной помощью. К научному проекту с удовольствием подключились местные айтишники, которые на протяжении всего времени сопровождали юного разработчика. Какие зарубежные страны казахстанцы смогут посетить в этом году? С кем наша страна восстановила авиасообщение? По информации Комитета гражданской авиации Казахстана, в неделю выполняется 57 международных авиарейсов. У граждан есть возможность посетить 13 стран. Среди них Турция, Узбекистан, Россия, Германия, Украина. Почти по всем направлениям билеты находятся в открытой продаже, за исключением Египта, Мальдив и Шри-Ланки. Билеты на рейсы в эти страны можно приобрести только как путевку и лишь через туристическую фирму. Что касается отдельных городов, то в настоящее время казахстанцы могут попасть в 14 мегаполисов мира.
Несмотря на карантин, в нынешнем году в Алматинской области состоится празднование 33 масштабных культурных мероприятий в уже ставшем привычном онлайн-формате, в их числе и 30-летие независимости нашей страны. Также в регионе продолжится работа и по обновлению объектов культуры. Об этом стало известно на брифинге с участием руководителя управления культуры Алматинской области. Как пандемия отразилась на культурной жизни региона, узнаем из материалов сюжета. 2020 год запомнился рядом значимых событий в культурной жизни казахстанцев. Это юбилейные даты со дня рождения Аль-Фараби, Абая Кунанбаева, а также 75-летия со дня Великой Победы и другие. Со слов спикера, из-за пандемии большинство мероприятий, приуроченных к праздничным датам, прошли в онлайн-формате, в том числе и театральные постановки. В нынешнем году в список вошли 33 юбилейные даты. Из них 6 республиканского уровня, 17 областного и 10 районного масштаба. Однако одним из важных является 30-летие независимости нашей страны. В честь праздничной даты в Алматинской области запланировано проведение праздничных концертов, областных песенных конкурсов, республиканских конференций. Также состоится айты среди госслужащих, фестиваль народных театров и открытие памятника выдающимся личностям. В этом году у нас тоже немало таких знаменательных дат. Это вот 30-летие независимости, 175-летие Жабаева, 90-летие Мақатаева, 350-летие Жолбарыс Би. Также запланирована постановка новых спектаклей, проведение республиканского айтыс Жамбыл Жабаева, также проведение республиканского конкурса по традиционным песням и эстрадным песням «Жарлайды жүрек» в честь 90-летия Мұқағали Мақатаева. Также у нас запланирован выпуск 30 книг писателей Алматинской области в честь 30-летия независимости. В 2020 году большое внимание было уделено ремонту объектов культуры. Так, по государственной программе «Дорожная карта занятости» на капитальный ремонт было затрачено около 4,5 миллиардов тенге и свыше 1 миллиарда бюджетных средств для текущего ремонта. В этом году 1,2 миллиарда выделено на разные ремонтные работы объектов культуры. Если мы в прошлом году отремонтировали 49 объектов, в этом году запланировано 55 объектов культуры. Туда входят и музеи, библиотеки, архив, дома культуры. Уже завтра состоится онлайн-выступление нового камерного ансамбля «Ахжаон» под руководством известного деятеля культуры Республики Казахстан Секена Турыспекова. Концертную программу творческий коллектив посвятит 30-летию независимости нашей страны. Карантин не должен стать помехой для духовного обогащения граждан, подытожил встречу Марлен Кольбаев. Гульмира Тимиргалиева, Жасулан Шынкенже, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Чешские крематории не справляются с возросшим числом умирающих от COVID-19. Многие из них перегружены и ищут альтернативные места. Кремация – самый распространенный способ захоронения в Чехии. В стране 27 крематориев. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в восточном регионе Моравии и Силезии. Крематорий края ежедневно принимает более 100 гробов, что вдвое превышает его максимальную вместимость. Очереди на кремацию приходится ждать около 2 недель, несмотря на то, что 3 печи работают практически бесперебойно. Похоронная служба столицы Праги пока работает в обычном режиме, но в Остраве и Оломице у местных больниц установили грузовики с морозильными камерами для хранения тел. Иран начал крупные морские учения в Оманском заливе. Среди прочего, моряки принимают в строй крупнейший в истории иранского флота 230-метровый корабль «Макран», переделанный из танкера. Он способен нести вертолеты и катера спецназа и оснащен системами разведки связи, а запасы судна – около 100 тысяч тонн топлива и воды. По замыслу адмиралов, «Макран» будет служить передовой базой для обеспечения действий флота в дальней морской зоне Индийском океане и Красном море. Учения проходят на фоне нового обострения отношений с США. Еще в начале месяца было объявлено, что иранский флот повысил статус боеготовности, а на прошлой неделе страна провела крупные учения с применением беспилотников. В акватории Персидского залива остается боевая группа американского авианосца «Нимитс». Морская вода вместо еды. Мадагаскар столкнулся с самой сильной за последние 10 лет засухой, заявили представители Всемирной продовольственной программы.
Наполнение местной плотины примерно на метр ниже, чем обычно. Это означает, что в реке воды нет совсем, и в кранах горожан тоже. И так уже несколько месяцев. Сотрудники организации возят еду жителям южных деревень, которые иногда за неимением ничего другого вынуждены питаться одной морской водой, потому что засуха уничтожила урожай. Сейчас Всемирная продовольственная программа оказывает поддержку полумиллиону жителей южных районов Мадагаскара, оставшихся без еды. Спорт сильнейших. 14 боксеров из Алматинской области готовятся к чемпионату Казахстана среди молодежи. Он стартует 17 января и продлится до 24 числа этого месяца. Первенство страны направлено на выявление молодых талантов, способных представить национальную сборную на международных стартах. Сейчас спортсмены проходят учебно-тренировочные сборы. О некоторых из них расскажет Алексей Цой. До первенства страны остались считанные дни. В сборную Алматинской области вошли лучшие боксеры региона. Среди них победители чемпионатов Казахстана и международных турниров. Сейчас мастера кожаных перчаток ведут усиленную подготовку, оттачивая мастерство и тактики ведения боя. Тренеры верят в успех Кенже Муратовы, ведь он уже дважды подряд становился чемпионом республиканского старта. Спортсмен выступит в весовой категории до 49 килограммов. Моя цель – успешно выступить на чемпионате Казахстана, затем выиграть Кубок Азии, чемпионат мира. Своих главных соперников я знаю, изучаю их технику и работаю над своей, а также еще над дыханием и выносливостью. Думаю, выиграю благодаря комбинациям из 3-4 ударов. Буду работать первым номером. Еще один боксер, у которого имеются большие шансы на победу, Нуржан Амангильды, спортсмен по плану тренерского состава, должен победить и представить Казахстан на чемпионате мира. Молодой атлет, отличившийся своим мастерством в боевых соревнованиях, сейчас отрабатывает особые техники. Занимаюсь боксом уже 7 лет. Участвовал во многих соревнованиях. Несколько раз становился чемпионом среди юношей и молодежи. В планах выиграть чемпионат Казахстана и отправиться в Польшу, завоевать звание чемпиона мира. Активно готовлюсь на снарядах, отрабатываю ударную технику. Мои соперники очень сильные, но я верю в свою победу. Сборная региона укомплектована самыми перспективными и сильными боксерами, которые ранее становились чемпионами больших чемпионатов. Всем им от 15 до 17 лет. В 14 человек готовятся к чемпионату Казахстана в 10 весовых категориях. Это Кенже Муратулы, Темирлан Ахметов, Мирбек Карполды и многие другие. Все эти парни бесспорно претенденты на главный приз чемпионата Казахстана. У всех отличный уровень подготовки. Спортсмены, не щадя себя, отдают тренировкам по 1,5 часа в день. И все ради одной единственной цели – стать чемпионом. Уже 17 января в Алматы состоится чемпионат Казахстана. И, как говорится, ринг выявит сильнейшего. Алексей Цой, Жек Курманбаев, телеканал ЗТСУ. Это были все новости к этому часу. Благодарю за внимание. До свидания.